Друзья, добрый вечер. Вот так мы смотрим телевизор, сидим, покупали их. Гошечка вообще сидит, примлел. Маруська тоже успокоилась. Какие они лапики, да, Наташ? Хорошие, ребята. И Гошка успокоился, и Маруська. Им вдвоем хорошо. Да. Им и вдвоем... Маруське нравится с Гошкой. И у Гоши есть соплеменница, да, зайчик? Нет, вот зрители говорят, что Гоши, этот, Гоша не реагирует на Марусю. Ой, реагирует как он. Он еще как реагирует. Доминирует. И он стал гораздо спокойней такой. Наоборот, вот надо, мы замечаем, что он изменился. Вот надо, чтобы он первый покушал. У них так в природе. А потом только Маруся разрешает, да? Да, ну я делаю рокировку с таблеткой. Покажи, как он, она лежит. С тарелками. О, полюбуйтесь на эту парочку. Ой, этого Гошеньку, да никогда ж не отпустим никуда. Да, заодно повыбираем, порядочки наведем, да, зайчка? Тоже спать хочет, видишь? Ты не дождешься Нового года, да? Будешь спать, да, котик? Конечно, они спать пойдут. Сейчас посидят, посмотрят мультики «Карусель». Гоша уже, по-моему, пузыри пускает. Кто там, Маруська? 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 Да? Там Маруська, она так понимает экран, видит. Передавай привет подписчикам сюда. Скажи, подписчики, ставьте паузу, подписывайтесь на канал. Я еще есть в телеграм-канале, не забывайте за это. Ссылка в описании. Такая любовь у нее к Гошану, ну я прям не могу. Ну как вот их разъединить? Никак, друзья. Это трагедия будет вообще. А Гошка всем видом показывает, что он доминант. Он так себя ведет вообще. Джентльмены это. О, давай, давай, к папе ближе. Салют, друзья, стреляют на улице. Им страшновато в вольере там. А вот здесь вот со мной нет. Здесь и не слышно так. А Марусечка и к папе потихонечку, вон попочкой. Гошка, Гошка, я папа, папа, и все равно, чтоб тоже рядышком был. Гошка вообще такой невозмутимый. Ну вот еще пока он у нее не выбирает. Я не вижу, чтобы он у нее там гонять так гоняет, порыкивает.
Но я всем видом показываю и делом, что я, что он на первом месте. Еду даю первому ему. Все делаю, как бы, для него сначала. Чтоб он понимал и видел, не обижался на меня. А Маруська уже по природе своей сама приспособится, я думаю. Плохого мы ей, конечно, не сделаем, плохого мы ей не желаем. Она увидит сама отношение к Гоше, всю ситуацию, поймет, что никуда не надо рваться, никуда не надо бежать, что это ни к чему. Ну, побегала она день-два, дома она исследовала, дома она проверила, все углы она уже знает где. Она видит, что Гоша никуда не рвется, Гоша спокоен, как танк. Ну и зачем ей куда-то бежать? Абсолютно никуда не надо. Как они мультики эти любят. Друзья, вы спрашиваете у меня за детей, как дети, что дети. Ну, дочка не любит, когда ее снимают на камеру, не хочет сильно, стесняется. Младший сын, в принципе, не стесняется. Вы сами видели Арсения. Поэтому придет время, придет момент, мы и дочечка в кадр наша попадет. На меня уже рот не открывает. Степка придет с армии. Да, они же, знаете, молодежь какая. Они с обезьянками общаются, а в кадр попадать не хотят. А и мне когда, Сереж, постоянно. У них свои работать. Комнаты, свои дела. Поэтому мы их сильно и не трогаем. Хотят пообщаться, выйдут, пообщаются с обезьянками. Зайцы и лиса. Давай, выбирай, что там у Гошки есть что? Мам, может, ты вкусняшку какую там нам дашь? Сереж, сегодня Новый год, я им разрешаю по конфетке. Ну, хорошо. Ну, Гоша только не разрешит, Наташ, я понимаю. Не разрешит, да? А если сделать так, чтобы он не увидел? Ну, если только сделать так, чтобы не увидел. Давай мама раскроет, давай. Тогда, Гош, тогда этот самый, сходи, пожалуйста, нарви травы, чтобы они покушали, раз они конфетки. Сейчас я принесу. Кушают, надо им травушки будет покушать. А Маруська нет, видишь, она не захотела. Или, а, держит конфетку. Держит. А может, им такие не нравятся конфетки? Они наелись, наверное, сегодня. Марусь, ты конфетку будешь? Ты больше не хочешь, не надо. А они хотят, отдай маме, не хотят. А ты вот этот степ. С орешками? С орешками, которые принеси, разломи одну на двоих. Они, может, и захотят, а эту маску и не хотят. Там мама огурчик есть. Вот огурчик они с удовольствием похрумают. После баньки, да? Мои зайцы. Да, вот мы на папе сидим, а Гошу обнимаем. И все у нас хорошо.
Да, вот он у Гошечки выбирает. Ого, не-не-не, ты чё, такой большущий? Да, вот так вот. Не-не-не, он рот открыл, видишь, уже она не возьмет. Надо не так, да, я сам буду сейчас ситуацию обманывать. С моих рук ей безопасней кушать. Если она сейчас возьмет свои руки, этот огурец, Гоша, да, Гоша сразу отреагирует. Поэтому она под моей защитой кушает лучше, как бы. Ну, чтобы Гоша был рядом. Вот понимаешь, какая ситуация? Вот, чтобы Гоша был рядом, чтобы она обнимала, но чтобы пищу давал я. И она тогда кушает. Если я ставлю еду рядом, она не ест, пока Гошка не покушает. Но Гошка... кушает и свое, и ее. Понимаешь? Поэтому я не могу этого позволить сильно, чтобы девочка наша была голодная. Приходится мне в этот процесс вмешиваться всеми хитростями, уловками. Наташ, купи мне эту палку уже, селфи. Я уже так устал без этих аксессуаров. Уже руки болят и все. А селфи-палку тоже надо держать? Ну, мы хотя бы сейчас бы в этой ситуации я бы ее поставил бы вот так бы. И стоя, они все равно на месте сидят. А так мне вот держать это... Это надо тебе штатив, Сереж. Ну, что-нибудь, мне просто некогда. Передавай привет подписчикам, Арсений. Передаю привет всем подписчикам, всем зрителям, которые нас смотрят. Всем удачи и здоровья. И с Новым годом. Да, с наступающим Новым годом. Я на них смотрю, тоже огурец захотела. А все зрители говорят, когда они кушают, нам тоже кушать хочется. Это наш канал тоже для детишек, чтобы детишки смотрели на обезьянок, как обезьянки хрумкают, и тоже кушали. Что там у Гошки совсем? На, Марусь, на. Иди, сиди. Не ходи никуда. Гошка ж-то тут. Все. Насиделась. Ну, пусть погуляет. Она сейчас сама придет, вернется. Она долго без Гошки гулять не будет, да, Гош? Ой, как она к Арсению. Полюбуйтесь, друзья. Пошла к Арсению, на ручки сходила. Это что-то есть там, да, в кармане? А у Сенечки что-то в кармане, наверное. Да, мандарин там у меня. Она так полюбила Сенечку. Молодец. Она хочет там, что у меня в кармане. Ну, Сеня только вкусняшки ей дает, а папа всякие еще манипуляции с ней делает. То памперс одевает, то. Она ее покусила. Прокусила мандаринку, да, увидела? Через карман. Ах, Марусенька такая. Марусь! Ой, малыш, это кажется к тебе. Мама, посмотрите, ко мне дедушка пришел. Тихо. Испугалась, Наташа ногу убрала. Куда? А, ты, она когда кушает?
Обезьянка, не надо было трогать. Ладно. Нельзя, когда кушать. Дай ей мандаринку открытой рукой. Возьми и дай. Маруся. На, Марусечка, иди возьми мандариночку. Она, походу, не захотела. Марусь. Нет, нет, возьми. Она сейчас к Гошке придет. Тогда дельница. На. На. Марусь. Она еще шкурки кушает. В общем, друзья, всех вам благ. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Мы вас любим, крепко обнимаем. С наступающим вас еще раз годом новым. Пусть у вас в новом году будет все хорошо. Исполнение вам желаний, здоровья. Спасибо вам, что вы с нами, поддерживаете нас. Нам это очень нужно. Это нас очень мотивирует. Без вашей поддержки не было бы ничего. Всех вам благ. Пока-пока.